Так, мы продолжаем, как я говорил на придоне. Долго мусолить не буду, чтобы и так уже всякие форматы мы тут уже превысили, слишком много болтовни. Короче, пока ездил, значит, мне звонил. Сейчас покажу, кто. Многие знают его. Так, сейчас. Мы разговаривали по поводу поршней, вот таких вот. Сейчас я, если найду изготовление на ТС-200, вот такой поршень. Ну, видите, да, тут хана ему. Я там обговорил, то все, ну и, короче говоря, я ему там написал ВКонтакте, он мне ответил. Все, вроде как, должно срастись. Звонок был, он мне сам набрал, 15-16. Я не сразу услышал, а потом, ну, еще мы с ним поговорили, там, на минут 20. Все, пришли к консенсусу, оказывается, он такие поршни уже делает, и делает не раз на этом мотоцикл, поэтому уже хорошо. Ну, и цель всей поездки была для того, чтобы взять у Джузеппе комплект плашка и два метчика, первый, второй, М6-0.75. Ну а сейчас, ребят, я, наверное, на сегодня заканчиваю, потому что я и так уже занял слишком много вашего внимания. Я сейчас буду рисовать чертеж, сейчас буду делать замеры, там, туда-сюда, что, куда, чего. Иначе, если я сейчас что-то буду делать прям на глаз, на обум, я сделаю, конечно, но это будет займет больше времени, чем я вот так посижу за столом и нарисую чертеж же готовый. Могу сказать только одно, что, вот, видите, один из метчиков я взял, и закручиваю, то есть все нормально. То есть резьба та самая, М6-0.75. То есть все, я угадал, высчитал, вынюхал. У нас нет образца. Это был метчик первый. А сейчас мы метчиком вторым. Но я думаю, это и не надо ничему. Ну, вы поняли. Главное, что есть чем нарезать, есть чем прогонять. И все мы будем делать не спеша. Короче, это я нарисовал, чтобы было понятно, что чего и как. Вот так вот выглядит канал, куда вставляется вот это тело карбюратора. Вот сюда вот по резьбе, вот по этой вот, вкручивается игла. И вот сечение я буду показывать вместо конуса иглы карандаш. Игла должна быть закручена сюда, сюда. Вот здесь же клёр, вот здесь вот резьба, а вот здесь вот, если мы сюда закручиваем, допустим, вот иглу, да, вот такую иголку, то вот здесь вот на теле иглы должна быть вставлена резинка, вот такая вот, которая не допускает перетечек смеси туда-сюда, то есть вот такой длины, я нарисовал все схематично, то есть вот все вот это будет вкручиваться игла, вот здесь торец иглы, тут будет шлиц под отвертку. И мало того, что еще на иглу вот здесь вот будет одеваться пружинка, сюда вот, должна одеваться, вот здесь вот, которая не дает иголке выкручиваться, помимо того, что резинка, это в случае, когда у вас карбюратор нормальный, не разломанный. У нас вот этого верхнего куска резьбы нет вообще напрочь. И резинку не поставишь, она висит в воздухе. Кто-то скажет, надо там типа из этого сделать, из... слепить из холодной сварки или какой-то там сваркой приварить, ребят, ничего не получится, потому что это непонятно что. И, ну, может быть, и будет держаться вот эта потеха, сварка холодная, но я не вижу выгоды в сварке, она может в любой момент отвалиться, поэтому я буду стараться делать без ничего. То есть с пружиной вряд ли получится, под нее там нет места. Может быть, и будет место, но вот сделать, одеть на иголку, вот на эту вот, сделать канавку под кольцо, ну, резиновое, тут просто тупо нет места для этого. Тут приходится выбирать, либо поставить пружину, вот сюда вот, одеть, чтобы она, иголка была под давлением, чтобы не выкручивалась. Ну, короче говоря, много всяких компромиссов надо учесть. Я сейчас подобрал два сверла. Одно, значит, вот это сверло, это будет примерно диаметр иглы начинается, которая будет запирать вот этот канал.
А второе сверло, оно побольше диаметром, это вход в начальную стадию канала, короче говоря. Ну, то есть, я для себя делал выводы там, что там и как. Ну, вот, короче, уже хотя бы для начала два диаметра известно. Сейчас нам нужно мерить глубину и рисовать. Уже диаметры известны, и мне нужно только сейчас начать рисовать, что и как. Вот, примерно набросок вот того, что должно быть, примерно. Это так, я сейчас сидел, рисовал тут, вычислял, смотрел, что и как. Продолжаем наши действия. Ладно, ребят, на сегодня хватит. Тут кое-что нарисовал. Завтра приду, значит, переосмыслю все по новой. И, возможно, приступлю к изготовлению. Главное, что у нас есть вот в этой волшебной коробочке. Короче, плашка и два мячика, первый, второй. Надо еще найти, еще сделать. Нас должна интересовать бронза. Для таких делов хорошо подходит бронза. Ну и, в принципе, латунь прокатит. Ладно, это уже отдельная история. Ребят, на этом все. Всем пока. Все приключения дальше в следующей серии.